Всем привет, Yamaha Center. Готовим катер к выдаче. С катером была проделана большая интересная работа, поэтому давайте все по порядку. Так, катер у нас собран по максималочке на базе Suzuki 175. Ну, катер действительно очень хорошо укомплектован, вы только посмотрите. Тут я даже не знаю, начиная от спиннинга-держателей, холодильники, чайники, кофеварки. Сверху установлен запасной, не запасной, а просто комплект весел, на всякий случай непредвиденный. РВ-бокс, кондиционер, освещение, звуковой сигнал. Дополнительно на носу спиннинга-держатель. Пойдемте в салон. Человек действительно ухаживает и следит за своим катером. Так, была установлена музыка линейки Boss Marine. 4 динамика и сабвуфер. Так, в данный момент выхожу на носовой кокпит. Но подо мной на самом деле топливный бак на 200 литров. Но визуально не поменялось ничего. Но бак был установлен. Так, на задней части катера холодильник был установлен с прошлого раза. Были выведены чайник и кофеварка. Также под ним был выведен прикуриватель. Были поклеены номера в стиле самого катера. Так, бак уложен на свое место. Бак пристегнут стропами, для того, чтобы не было никаких петель. Громче говори, когда плавки не было никаких петель сварочных, которые являются точками нагрузки, чтобы на волне, при вибрации ничего не отрывалось. Он лежит на мягкой подложке и притянут стропами. Абсолютно безопасный на фракционной нагрузке. Ну, удалили некоторые ребра жесткости. Технически оговорили, клиент взял на себя все риски, то есть бак был в приоритете. Осталось вывести горловину, подключить дренаж, указатель уровня топлива, закрыть этот пол ребенок листом дополнительным по баку, потому что ходить никто не будет, он будет отдельно сам себе жить своей жизнью. Риск. То есть будет, да, перегородка, которая будет отделять бак от основного. Будет конструкция с жесткостью для того, чтобы человек ходил, ничто не прогибалось. Ну и рифленый лист практически будет не видно, что здесь будут какие-то работы, катер будет выглядеть практически как вышел с завода. Ну, этот трюк уже будет подготовлен под демонтаж для обслуживания бака в случае необходимости. Снял, поставил, обслужил. Крышка, что ли, съемная будет? Да.
Я думал, ты ее заваришь обратно. Сварка тут неприятная. Ну, понадобится подчистка. Поэтому поставим, я думаю, на утяжные, на нержавеющие болты. Быстренько все это будет сниматься и ставится на место. В работе у нас катер RealCraft 600 кабинный. Человек у нас этот катер приобрел. Над этим катером было проделано довольно много работы. И клиент на новый сезон решил внести некоторые доработки. Первое, это нужно было установить музыку и в носовую часть установить топливный бак. Видео в целом о том, что мы можем изготовить топливный бак любой сложности, любой формы. Я просто у Артема спрашиваю, говорю, а что вообще? Я просто посмотрю, катер разобрали вообще весь. Кроме акустики и бака, который... Блин. Ставим топиварку. Чайник. Прокидываем под это все электрическую проводку. Задачи, конечно, нарезали нам прилично много. Прокинули топливную магистраль от переднего бака до мотора. Сейчас пойдем и покажу, где мы ее врежем. Места для расположения горловины тут особо не разберешься. Поэтому будет она стоять где-то вот здесь. Ну, да. У нас же есть такая вещь, как экология. Она по краям. Чуть никуда не убежит. Так, лист у нас прочность приобрел. Не, хороший катер получился. Получился вот такой вот интересный проект. Поэтому ждем вас в гости. Приходите, Yamaha Center.